полностью отбитый, да? Что у него в голове, вообще сложно понять. Между двумя этими опасными людьми стою. Самурай против бомбы. Леня, давай! Вот это борьба, нос в нос идут. Ханы бабай, поперек коллиди бородач застрял. Пошли на разворот. Где-то пацаны застряли. Едем назад. А вот и Леня нашелся. Спасательная операция проводилась. Леня, да. Жестко идет. Да, тут еще подмерзшая, все, Антоха засадился. Но это известное место, я тебе скажу. Даже летом оно такое, ох. Понятное дело, что тут летом, да, ох. Просто жестяк. Бездонное болото. Отец Павло его тянет. Подтянул уже. А где Виллис, ты видишь? Нет, я думал, это Виллис, а то этот УАЗ заряженный. Где-то мы Виллис потеряли, а где мы? Виллис, получается, там, я вспомнил, где он сзади там. Да, тут место знатное. Видишь, колея какая, посмотри, там накопано уже за годы. А у вас за поджириком едет. Ты видишь, что такое вояки, смотри. Да, там вроде бы разница небольшая, 5-6 сантиметров. Так и колеса, клиренс, колеса одинаковые, да. Понял полностью. Да, 5-6 сантиметров, а это, ну, по сравнению, наверное, с мостом поджеровским задним, там больше разницы, сантиметров 10, наверное. Давай, мы тут проедем. Нам не сложно. Да, 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 ты видел, как такое, раз и провалились. Так это при том, что у нас колеса шире и не так проваливаются. Интересно, Леня же проезжал. Не знаю. Ну, Леня за счет того, что мосты небольшие самураевские. Сами яблоки? Ну, конечно, да. Хорошо, мигалуально, тепленько. Да, нормально. Печка работает исправно. Мусора нету по краю. Отец Павло неожиданно вышел. Вышел из тени. Отец Павло вышел из тени. Видишь, что тут творится? Да, это серьезный внедорожник. О, Андрюха засадился, да? В том же месте, там, где бородач сидел, там же. Да. Ну, видишь, уже. То он чуть-чуть не попал тогда в траекторию, немножко он прошел по ней, но не совсем точно, а это попал точно. Ух, тут грязь. Наконец-то мы загрузны сегодня. Да, а что там за печка? Вот это ж знаменитая, что Андрюха говорил? Да, с кондиционером. Ух, какая модная, слышишь? И не компактная. А в воздухе колесо, да? Тут отец Павло застрял, это вам не шутки. Я тут сильно проверил. А ты как-то чуть-чуть попал по краю, ну. В воздухе полностью висит. Так подожди, ты в воздухе получается. А не, нормально, почему?
Не копай, не копай, подожди. Да. Он у меня заработал или нет? Да, починил. Да. Это жестяк. Раз и поехал. Там что-то камни посередине или что, Лень? Нет, там земля посередине. Давай, жестяк. Дубасит. Крутяк. Давай, Павло. Лёня говорит, тоже хочу. Это не по колее. Лёня в колею не попадает. Может, да. Давай, отец Павло. Ну, теперь отец Павло едет. У него колея широкая. Павло хитер, матер, конечно. За них и удалось сбросить их в колею. Ну, Павло хитрый. Какой-то палец показывает. В этом он весь этот отец Павло. Непредсказуем, конечно. Все. Передок не работает, Паша. Звезда сегодняшнего дня. Работает машина. Всех унизил. А куда он едет, смотри. Не получил. Чуть-чуть не хватило. Сантиметров 20 клиренса не хватило. Там у Павла проблемы. Тут просто какая-то жесть. Пробуй рядом, унись его рядом. Там как-то какие-то камни. Не-не, едь, не бойся. Павло пошел, послал с лебедкой человека. Вперед, работает, Паш? Смотрите, у него тут хайджек есть. Вот он рядышком тут теперь. Вообще не едет, ты стоишь. Не едет? Ты стоишь, не едет. Да у меня ж поломанное все, я боюсь, что мне ж вернуться до дома еще надо. Паша, ты... У меня в разведке. Ну, Леню два раза просить не надо, вы все сами знаете. Леня едет, Паш. Камеру включай.
полностью отбитый, да? Что у него в голове, вообще сложно понять. Почти заехал. Между двумя этими опасными людьми стою. Смотрите, я вам покажу сейчас, что здесь за траектория. Тупо стена. Отец Павло пошел на лебеде. Самурай против бомбы. Лёня, давай! Вот это борьба, нос в нос идут. Давай! Лёня может сейчас вырвать победу, бородач. Ничья! Ничья, перезаезд! Перезаезд! Так вот на лебеде, он лох. Ты слышишь, а? Вот это ты мочишь. Лошара. Паша, какая ничья, ты на веревке едешь. Вот это парень. Он говорит, так ты же на лебеде. Он говорит, так он же на лебеде, лошара. По этой заедь, Леня, давай. А ты по той. Меняемся, второй тур. Нихера, все. Победа так победа. Не-не, нос-нос. Ты раньше не заехал. Ты раньше начал. Пытались камень вынять. Сейчас бугай Леня становую делает 320 килограмм. Ух и здоровый ж бугай. Ты посмотри, что делает. А у него ноги перевязанные, не засчитывается, Леня. Бери, выноси его. Ложи в самурай, будет развесовка нормальная. Он тяжелый. Да не, будет нормально. Вдвоем берите и бородачу его в бомбу. Хороший камень. А что, кто будет выезжать? Леня. Леня? Да. Так, ну. Бородач. Ох, по пробитому зашел. Но пока у Лёни есть шанс без лебеды зайти здесь. Если он тут зайдет без лебеды, то Лёня выиграл. Идет на второй круг. А вот и Ленечка подоспел. Сейчас. Бородач вышел лично смотреть на свой проигрыш. Да. Надо ниже передачу. Ниже передачу возьми, Лёнь. Ходом! Как бы не пришлось новый стеклопакет ставить на дверь. Опять? На вторую? Не, на ту же.
Просто опять? Придется менять, может быть. Отец Павло уже празднует победу. Отец Павло уже закусывает победу. Павло празднует победу, все. Потому что мне сказали, надо сразу гона. Так он же четвертый раз в оффроуде, учится еще что. Не, по совокупности достижений Леня выиграл все равно. Слышал, вроде ж не пьет, да? Все время ползает. Леня, ты там не бухаешь внутри, когда один едешь? Я туда сам ушел, там, под какую-то землю. Под какую-то землю. У него колеса одинаково повернуты. Да, 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 ну хотя непонятно отсюда, с этого ракурса, ну скорее всего, да. Рулем работай! Андрюха, подсказывай ему там что-то. Передняя не работает. Но они уже почти выровняли трассу. Сейчас Андрюха за каркас возьмет, поднимет. Да, сидел он там капитально. Это Павло накопал там тебе, Леня. Сейчас там будет болото. Сдался. Сдался, да? Да. Не только... Да, все. Леня, что-то не везет ему, да? Павло вырвал еще одну волосину. И Леня не может сдвинуться, опять едет эвакуация. Волосину вырвал не из бороды. Так. Давай, Жека, сейчас я буду помогать тоже. Подожди. Давай, Жека, вдвоем. Лёнь! Нет, все. Что тут про... Давай, отец Павло, мне кажется, это ты. Это ты все. По своим этим, блин, это так, все ты виноват. Кого ты слабаком назвал? Леня, он тебя назвал слабаком. Леня. А ну давай на руках на капоте с Леней. Да ладно. Антоха едет. Антоха, ты можешь застрять, осторожно. Антоха. Жаль, я не в форме. Да, по-серьезному. Не, ну тут посложнее явно. Поехали. Кто тут застревал? Или это не тут уже? Где же Витя? Ёлки-палки. Вон под жирик, смотри. Thank you.
лайту. Леня тут, смотри. Из камышей. Где тут дался Леня? Из камышей Леня, да, показался. Неожиданно. Вот такая вот полянка.